Всем привет, с вами Комаров Виталий. Сегодня я на Захолодильной 8, это наша баня Бушмакова. В ней сделали ремонт. Я еще, так же как и вы, еще не видел, как это все там сделано. Все с вами это мы посмотрим. Так что, вперед! Так, вот мы входим в баньку, смотрим, что здесь и как. О, абсолютно новый. Скамеечки. Кафель новенький. Как тут? Все прям изумительно. Все по-новому. Вот бассейн, где можно покупаться. Вот сама парилка. Дверь стеклянная теперь уже стоит. Парилка вообще прелесть. Она еще деревом пахнет. Обалдеть. Такой вот котел. Можно пар поддавать. Все сделано шикарно. Все даже на потолке все поменяли. Так, выходим. Смотрим дальше. Еще раз. Все шикарно. Даже подсветка. О, как. Так. Здесь можно что-то приготовить. Столик, чайничек. Все как положено. Часы. Вот часы неправильно. Часов в таких местах не должно быть. А то люди видят. Вот домой пора. Пожалуйста, тут туалет, все. Так, поднимаемся на второй этаж. Смотрим, что там у нас. Лестница новая. Сделан шикарно, все лаком покрыто, все блестит. Прямо изумительно. Пожалуйста, бильярд есть, диванчик, вот такой вот диванчик, все это как положено, можно отдохнуть, кто устал, может и вздремнуть. Вот так вот, вот такие вот стулья шикарные, обалдеть, как я понимаю, это ручная работа. Ребят, так что вы не только в баню приходите, вы еще почти в музей приходите. Все шикарно. И здесь часы. Не, ну такие часы, наверное, должны быть. Я не знаю. В барах, например, часов не вешают. Так, а вот здесь вот, как говорится, это для курящих, которые могут зайти сюда, отдохнуть, окна открыть, посмотреть на нашу Бушмакова. Вон она, наша Бушмакова. Ну и довольно-таки так неплохо. Тоже
Все чистенько, аккуратненько. Прям-таки благодать. Так, идем дальше, дальше. Так, а вот сами хозяева. Вот. Встречайте их на улице. Спрашиваете, что почем, чего и как. Они вам все расскажут. Прям вылавливаем на рынках, в магазинах. Вот опять же здесь. Интересно. Телевизор есть. Как говорится, музыкальный центр тоже есть. То есть по Bluetooth мы можем подключиться сюда, да? Через Bluetooth можно подключиться сюда? Включить? Нет, подключиться через Bluetooth сюда можно? Все можно, все. Можно подключиться. Bluetooth. Можно подключиться через AUX, Bluetooth и без всяких проблем слушать музыку, смотреть фильмы. Прям все изумительно. Ну, это имитация камина, как я понимаю. Он что, тоже работает? Угу. Даже. Да можно его даже включить. Вот. Тут вот такие гирляндочки. Вот за таким столиком вы сможете посидеть. Шикарный стол. Массивный такой стол. Действительно из досок, скамеечки все. Такие резные, все хорошо. Даже кружки такие есть. Обалдеть. Ребят, в такой бане побывать прям-таки это, ну, не жалко. Здесь вот лампы, здесь подсветка как положено. Ну, вот как-то так. Здравствуйте. Это сауна. Находится она в районном поселке Башмакова, по улице Захолодильный, дом 8. Зовут меня Нина. В сауне имеется большая просторная комната отдыха, диваны, бильярдный стол, музыка. Есть где посидеть, отдохнуть. Есть у нас в сауне бассейн и сауна на дровах. Во дворе имеется мангал, можете пожарить шашлык. Вот. На летнее время у нас, и кто посмотрел видео, 4 часа, 5 в подарок. Скидка эта действует до 1 сентября. Ждем всех желающих в сауне.